Друзья, всем привет! Археологи нашли коллекцию золотых самолетов в городе Инков. Археологи нашли коллекцию золотых самолетов в городе Инков во время очередных раскопок. Реклама не дает нам нормально сделать обзор. Плато Теотуакан в древнем мексиканском поселении, которое в период рассвета насчитывало более 130 тысяч жителей. Несмотря на то, что это уже не первая подобная находка, ученые пока в заблуждении, что эти фигурки золотых самолетов символизировали и для чего они предназначались. При этом каждая фигурка имеет как крылья, так и правильно авиационное хвостовое оперение, а при продувке в аэродинамичной трубе показывает неплохой результат. Вот такие новости на сейчас. Теперь вы об этом знаете.